Здравствуйте, дорогие! Итак, вы меня можете видеть немного другой, новой, обновленной и более счастливой, уверенной в себе женщиной. Что же это все значит? Что со мной сделало такую перемену? Конечно же, новая прическа и новый стиль от Радуй Стилист. Вот, посмотрите. Сейчас вы можете видеть локоны, и сзади будет более видна вся суть. Было сделано осветление, как я понимаю, и балаяж. Более подробно вы можете смотреть в видео, которое будет дальше, как все происходило. Это мы осветляли сейчас. Мы осветлили не полностью. Мы осветлили вот отсюда. Здесь мы чуть-чуть посередине половину сделали. По бокам половину. Здесь мы решили оставить. Натуральный оттенок мы затонируем. По номеру 535. Это у нас оттенок шоколадный идет. Здесь у нас здесь светлый, осветлили, будет тоже тренировка, номер 9206 и 976. Он получится наполовину как пепельный, наполовину смешанный с розовым оттенком, необычный. И как раз где натуральный, красим полностью, плюс корни, которые у нас вот остались, мы тоже красим корни и постепенно растяжку делаем, чтобы красиво играла и переливалась, да, как ты говоришь. Да, чтобы красиво играла и переливалась, да. И потом ты сможешь манюня сделать любую прическу и красиво будет смотреться. Ну что, начнем тогда? Работаем. Работаем. Открываешься на чему-то новому, есть немножечко сомнения, стоит ли, но когда ты узнаешь человека, знаешь, что это профессионал, видишь его работы, тогда ты можешь с уверенностью отдаться его фантазиям, его выбору и в результате получить именно то, что как-то хотелось внутри, подсознание. Возможно, вы когда-то смотрели что-то подобное в картинках, в журналах и хотели бы, но не решались. Я раньше вообще не думала, что цвет волос, который немного светлее моих, может быть мне хорош, подходить. И в результате я просто в шоке, мне очень нравится. На днях у нас будет беседа с Раду. Он придет к нам в студию, и мы вместе обсудим. Так что, если у вас будут какие-то вопросы, пишите мне под видео в комментариях. Кстати, ссылочки и телефоны Раду оставлю и вам. С вами была ваша Лена Вадим.